7 лет прошло с тех пор, как Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. За это время сообщество укрепило позиции в качестве главного коммерческого партнера нашей страны, что привело к росту экспорта на 67%. В пресс-релизе Министерства экономики отмечается, что за эти 7 лет Европейский Союз поддержал более 19 тысяч малых и средних предприятий, что генерировало доходы почти в 350 миллионов евро и способствовало созданию свыше 21 тысячи рабочих мест. Есть подвижки и в IT. Секторе. Была создана единая национальная служба экстренных вызовов 112 и парк информационных технологий, где зарегистрировано 700 компаний. На них приходится 12 тысяч рабочих мест, а их ежегодный доход достигает почти 5 миллиардов леев. Европейский Союз поддерживал в этот период и строительство газопровода Яса-Кишинев. В настоящее время власти прилагают усилия, чтобы добиться права экспортировать молочную продукцию, мясо птицы и яйца. Президент Майя Санду подчеркнула в сообщении для прессы, что соглашение об ассоциации – ключевой документ в наших отношениях с ЕС, который способствует модернизации страны, учреждений и экономики.